тополя у нас спилят. Два штуки спилили. Начали третий. И подъемник сломался. Кусками выпиливаем. Света нету уже 6 часов. Какие дела? Я выключил соседей. Абрикосы. Весело у нас, пыльно, шумно. Подъемник вручную опускаю. Масло вытекло. Опять пахло, на ветер стал. Такие у нас новости. По всей улице будут выпиливать тополя, им по 60 и больше лет. Отдохнем от пуха. Опять что-нибудь экзотическое посадим. Замучили, ветки падают. Недавно вот тут упала огромная. Провода все попорвала. Ну, как-то так у нас. Сумах как оформлен. Он вообще кустарник растет. Но если за ним ухожу, он получается как дерево. Красиво. А если не ухаживать, столько он побегов даст. Море. Розы. Красавец. А если с сумахом не следить, вот такие будут побеги. И они не вглубь идут, а стелятся. Это нужно вырубать. Незнакомый какой-то номер. Говорят, вроде с Иркутска. Вон сколько тополей нам вырубать. Да все толстые. Пасмурно. Будет дождь, не будет. У соседей мощные такие деревья. Наверное, в диаметре метр или больше. А вон еще больше. Так что сидеть нам месяц, наверное, без света. Если они так будут работать. Всего вам доброго, друзья. Удачи. Хорошего настроения. Движение у нас частично затруднено. Но это все ерунда. Зато пуха не будет, ветки не будут падать. Пока.